снова здравствуйте, с вами Димитрикс. Продолжаем проходить Resident Evil Revolution 2. Так, у нас тут есть куда потратить баллы. В принципе, мы можем все подряд прокачивать. Короче, да, вот это все подряд надо прокачивать. Эпизоды. Так, сейчас получается второй эпизод заканчивается. Потом, третий, четвертый. Всего 4 эпизода. Окей. А потом 2 дополнительные кампании. Ранее в откровениях. Клэр Редфилд, вы идете с нами. Куда меня привезли? Столько страданий, а ты даже не знаешь, чего бояться. Ты кто такая вообще? Я смотритель. Прошу, нужна помощь. Я здесь, дочка. Пожалуйста, будь жива. У меня нет родителей. Вот там. Откуда знаешь? А вот об этом чего-то не предупредили. Черт, меня вообще слышно? Твою дочку зовут Мойра? Да. Она мертва. Чего? Посмотрели еще раз. Окей. Думал, может, что новое покажет. Нет, не показали. Че, народ? Погнали, опять сначала сюда. Ящик сломаем. Вы вообще с оружием? Да вы че? Куколька обычная. Ладно. Так. Тут у нас... Вот как бы да, я согласен. Не-не-не-не-не-не. Фигня полная. Слушай, а ты где? Ты чё, решил дождаться утра? Издеваешься? Нас там чуть собаки не сожрали. Ах ты упоротый. Нехорошо так делать. Что там такое? Сейчас опять накинутся. Теперь, я так понимаю, вообще по барабану, что происходит, да? Иди, монтировка. Открывай.
пошли. Тут прям вообще упор полный. О, черт. Наверное, это ближе к Леону. Зрительница. Сестра превратила в хрен знает что. Если она вообще. А, тут чел просто долбится. Ясно. Давай. Чё, лезь? Куда, не знаю, я даже не посмотрел, куда этого нападет. Скорей! А, ты типа внизу останешься, да? Серьезно? Ну что? Нил! Давай! Обещаю догнать вас! Доберитесь до башни! Давайте, ублюдки, поймайте, если сможете! Я одного хлопнул. Надеюсь, ты выживешь. Упертый, конечно, куда-то прям вообще. Все, что нужно. Сочетание. Ну давай. Передать сочетание. Передать. Все. Пойдет так. Передать. Две взрывные, две этих. Пойдет так. Что у нас? Дробовик, автоматик. Так, на пистолете чуть-чуть. Помощь нужна. Помощь нужна. Красоты. Сейчас буду возиться с этим драным ящиком. Вырубите радио. Раздражает. Я дверь перебью. Иди отсюда. Куда ты тянешься?
и там что-то еще мигало. Ну ладно. Ничего, это один и тот же, да, дробовик, по факту. Ну да. Надо будет его убрать, зачем он мне нужен. Здесь еще. Осторожно. Да уж, вижу. Надеюсь, вы не особо были против. Расширенный инвентарь ей сильно нужен. В следующий раз этой возьму. Пока что лады и так пойдет. Опа. Брось мишку. Эй, девчонка! Да, видели ее в тюрьме. И у нее браслет. Думаешь, тоже участвует в эксперименте? Если смотрительница и детей так пугает, то она точно чокнутая. Я знаю, куда она убежала. Я уже видел такую фишку. Все закрыто. Ну да. Помощь нужна. Иди сюда с монтировкой. Отвори ворота. Ну, отлично. Супер. Почти с первого раза. Это человек. Патроны к дробовику. Вау. Отлично. Погоди, а что ты использовал? Типа? Больше с собой типа таскать можно или что? Не врубился немножко. Thank you.
понадобится. Мелкая нужна будет. Ага, значит, потом Барри будет лазить этот. Не, ну в принципе логично, он идет по ее следам. Жить хотим, надо спешить. Не понял. Чё эта дверь открывала-то? Особая задача. Все, иди сюда. За мной. Хорошо. Нет, не за мной. Не вздумай умирать! Не вздумал. Жив, хоть и не здоров. Жестко, это было сильно. Так, тут что-то прям непонятное. Тут, ага, урон заменим на второе. Так, сюда тогда запилим урон первый. Нет, нам не нужно это. Пускай пока так. Куда она убежала? Без понятия. Я как бы даже и не это. Ага, после ее появления все сильно изменилось. Сейчас наш забытый совершенно другой остров. В шахтах новое оборудование, рабочие места. Она нанимает не только неквалифицированных рабочих, но и исследователей возможностей трудоустройства масса. Глубину моей благодарности ей не передать словами. И все же находятся те, кто в ней сомневается. Какая неблагодарность. Не нравится здесь, никто не держит. Свети, там кто-то уронил что-то. Ага. Патроны к дробовику в туалете. Прям вот самое классное, что... Лифт. Поехали.
Типичная хата. Тут нужен чел с дрелью. Сто пудов тут будет чел с дрелью. Открой. Нам как бы туда-то. Ты чё дёргаешься? Не дёргайся. Ты чё ты дёргаешься? А, так и я тоже дёргаюсь. Ну ладно. Опа, здесь обзор хорош. Эй, погоди! Не-е-е! Некрасиво так убегать. Однако. Сочетание. Окей, сделали бомбу. Сочетание с чем? С травой? А еще с чем сочетание? Выбросить, нам жгуты не нужны. Бяка. Да, жгуты нам совсем не нужны. Тут не с чем сочетать. Постой! Все хорошо, не бойся. Тебя как зовут? Ты откуда? С той женщиной разговаривала? О, угомонись. Давай я поговорю. Кто-то ты умеешь здесь говорить. Очень напугана. Вот я, да. Меня зовут Мойра. Видишь? Мы как сестры. Сейчас все хорошо. Как зовут друга? Лотти. Вы оба очень смелые. Ты хорошо с детьми ладишь. Пойдем. Хорошо. Че, все? У тебя получалось уходить от монстров в одиночку? Ага. Ты храбрая девочка. Все это скоро кончится. Послушай. На башне живет плохая тетя. Когда мы с ней поговорим, сможем отправиться домой. У тети башня не варит. Либо слишком хорошо варит. Только выкинула опять, мне ткань предлагает. Что там? Мойра, слышала? Ага, да. Еще один долбоёб. То есть, остолоп. Ты же знаешь, что мы делаем со столопами? Шутка зачтена. Я тут бомбы варю. Тебе научить, как бомбы варить. А, она даже не убегает, ей вообще пофиг. Бессмертная. Собственно, да, чё и убегать. Она монстр с девятью жизнями. У неё так написано. Внизу кто-то есть. Кто? Где? Поехали. Чёрт! Не выходи, пока не дам сигнал. Хорошо. Нифига.
Офигенно, офигенно. Это будет круто. Если он тут, значит, они пройдут потом. Все, никого. Идем за девочкой. Что за ней идти, сама спустится? Что, она ходить не может? Теперь безопасно. Спуститься сможешь? Смотри так, как надо. Неадекватно, блин. И вы что тут устроили? Могу я безумный баба. Да ты только это и умоешь делать. Здесь. Тут пока еще разведку. Не, ничего больше не надо. Ничего нет. О, что-то есть. Что тут? А, просто стол. В смысле? Зачем? А странно как-то. Полезло. Открыла. Вау! Ну и сервис. Перезарядить это все надо. Какой милый Мишка. Он твой друг? Лотти оно. Хороший дядя подарил. Что за хороший дядя? Дядя из Тарасейв. Он тогда спас меня. Тут вообще всех из Тарасейв забрали, что ли? Мишка есть, дяди нету. Мелкий что-то не договаривает. Башенка, конечно, лютая. О да! О да! Охеренно! Посмотри на это, сучка! Валим, валим нахер с этого острова. Блять! О, мой дорогой! Блять! Блять, давай это же! Нечестно. Ну давай, малышка, ну! Пиздец! Нет! Нет! А, нет! А, нет! 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 Выбирайся! Мое спасение — это смерть, но не это. Офигеть. У вас мелкую угнали. Позор вашему другу. Вы крепче, чем он. Вас не сломить. Так ведь? Клэр, девочки нет. Себе из них родители мелкую профукали. Ну, хоть навыки повыше, да, что тут? Да. Все останется теперь вот эти, ниже. Нормально. Далее. Сейчас посмотрим видосик и выйдем.
Оу. Мойра хотела дойти до той башни, когда я была с ней. Слушай, солнышко, мне нужно туда добраться. Поможешь? Мойра. Это сильно. Нет. Не поверю. Не может все так. Так. Именно так. На этом все. Всем пока.